Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно качественной вертушечке от компании Sprut. Моделька называется Hoshi. Данная вертушечка поставляется в такой вот довольно-таки качественной упаковочке. На упаковке у нас указано, что данная блесна оснащена крючками от японской фирмы Owner. Характеристики данной блесны: вес она имеет 7 грамм и размер ее номер 2. В данном случае расцветчика блесны у нас называется C. Выглядит блесенка таким вот образом. Классическое изготовление блесны, проволочный каркас, посредством которого у нас установлены на нем бусинки. Между бусинок у нас O-образная петелечка, на которой установлен такой вот лепесточек. Лепесточек имеет каплевидную форму, имеет у нас медный такой оттенок, имеется выштамповочка в виде полос и имеется 3 таких вдавленных и окрашенных точечки. Далее у нас идет задняя грузка данной блесны, выполнена из таких переходящих по размеру окружностей и окрашена в провоцирующую окрасочку, кислотно-желто-зеленую и оранжевую. Блесна, соответственно, за счет такой огрузки у нас является задней огруженной. Затем на конце данного проволочного каркаса установлен у нас тройной крючок. Крючок, повторюсь, от японской фирмы Owner, очень качественный. Также данный крючок имеет такую вот желтую опушку. Данная вертушечка мне очень понравилась, очень она хорошо летит. После приводнения при подмотке блесна довольно-таки легко заводится вертушка. Это один из показателей того, что вертушка качественная. Также качество вертушки характеризует игра на медленной проводке. Данная вертушка как раз всем этим обладает. На медленной проводке она довольно-таки хорошо, скажем так, играет. Весит она 7 грамм, идет она примерно в средних слоях. Бывают утяжеленные вертушки, бывают облегченные вертушечки. Это вертушка, ну, скажем так, среднего типажа, по моему мнению. То есть она примерно на медленной проводочке идет где-то около 1,5 метра. Данная вертушка отлично подойдет для ловли белого хищника, для ловли окуня, а также для ловли некрупной щуки. Приобрести данную вертушку можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Всем, кому данный видеообзор был чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. До свидания.